Всем привет, находимся с вами в магазине Светофор. Сейчас посмотрим с вами, какие есть новинки. Новинки есть и очень даже интересно. Друзья, всех с наступающим Новым годом. Всем хорошего новогоднего настроения. Всем мира и добра. Новинка есть очень интересная. Это беспроводной пылесос. Или как-то так, робот-пылесос. Сейчас покажу. Смотрите, 2 литра это кондиционер для белья. Концентрат 171,80. Объем 2 литра. Аромат у него лаванда, да? Да, только с лавандой есть. Есть еще такой вот кондиционер, еще дешевле. Тоже 2 литра, аромат моря, 119,90. Вообще дешевый, то есть. Люкс. А, легко называется, аромат моря. 119 рублей, 2 литра. Хорошая цена, интересно, как, конечно, качество. Вот она самая, наверное, интересная, что новинка. Робот-пылесос. Влажная и сухая уборка. Мощное всасывание. Серия GV21. Можно посмотреть, сколько в интернете такая стоит. 4222,90 цена. Уважаемые покупатели, просьба упаковку не вскрывать. Да, конечно, на обзорчик. Но он легкий, кстати. Очень легкий. USB-зарядка. Время работы около 90 минут. 1200 ампер-часов. Низкий уровень шума. А что-то он прям... легкий, прям вообще пушинка. Не знаю, напишите, если кто брал. Цена, конечно, заманчивая, но качество, возможно, будет не очень, сами понимаете, да? Набор ножей, смотрите, какие симпатичные ножи, черненькие. Вообще очень красивые, разного размера. Три ножа, 344,50. Тут даже вот какая-то инструкция есть. Не знаю, но ножи выглядят очень так прям прикольно, красиво. Смотрите, друзья, тоже классная новинка. Шарики для ванны, бурлящие. Шар бурлящий для ванны, да, 120 грамм, 3 на 120 грамм. То есть каждый весит 120 грамм. Цвета, смотрите, разные, и ароматы еще есть разные. Ассорти из трех шаров. 145,90. Вообще такие шарики продаются много где. Поштучно в районе где-то, наверное, 100 рублей один. А здесь, смотрите, скидка, да, какая? Считай, 50 рублей. Ну, грубо говоря, да, если округлить. Мясо, смотрите, сколько на завозили. Раньше она приезжала охлажденного такая, а здесь, смотрите, замороженная. Первый раз такое. Ну, возможно, что уже погода, как бы, минус. Где-то хранится на улице, возможно. Точно не говорю, но мясо мороженое. Вот, смотрите, охлажденное, а по факту уже мороженое. 329,90 1 килограмм. Напишите, сколько у вас в Светофоре стоит свинина на кости. У нас что-то ценник прям взлетел. Раньше 2-3 года назад вообще была цена 168, по-моему, 186, что-то такое. Смотрите, горбуша. В этот раз очень даже такая хорошего внешнего вида. 189 рублей за килограмм. Многие без головы, без хвоста. И смотрите, что увидел. Есть даже икра. Вот эта икра, то есть. Вот она. И корка, то есть можно найти, вот смотрите, не вспоротая, тоже с икрой, кстати, выгодно, а она практически, смотрите, она практически вся с икрой, вон сколько, да, 189,90 за килограмм, можно вообще даже, наверное, еще и подзаработать, ну не подзаработать, а в плюсик выйти. Смотрите, какие помидорки завезли к Новому году, соленье, ну бульон такой прям, рассольчик прозрачный, приятный, лавровый лист, чесночок. Помидорки такие прям хорошие. 680 грамм, 94,90 цена. И цена хорошая. В обычном магазине такие помидорки будут стоить в районе 180 рублей. Это минимум, вот это точно. То есть вообще консервация подорожала, конечно. Смотрите, какие приятные, да, помидорки. На закусочку под Новый год. Я сразу скажу, это не тот видеоролик, который многие ждут, что это будет необычный видеоролик и так далее. Мы говорили это на стриме, на прямом эфире. Потому что мы все позаболели, Гелька еще лежит, болеет, малой тоже. Потому что мы поедем все вместе снимать крутое видео под Новый год. Это так, я сам выбрался подснять новинки какие-то и что не купить. Вот все хотел тогда еще взять Сибагра краковская, 700 грамм, 352,90 мать Сибагра. Брали здесь молочную колбасу, очень хорошую. Сейчас вот краковская какая-то. Вот еще кальмар в соусе с чесноком, 210 грамм. Балтийский берег, майонезом, майонез с чесноком, 151,90 цена.
Ну и многим, конечно же, интересно под новогодний. Под Новый год, под новогодний. Извиняюсь немного. Подтраиваю. Так, всем интересно еще конфеты. Смотрите, вот сразу вижу новые. Ну это что-то типа вафельных, я так понимаю. Как они называются? Шоколадные истории Джек. 500 грамм, 168,90 цена. Пишите, кто брал. Почитаем обязательно. Вот эти вот конфеты, если у вас есть, не берите их. Вообще, картинка замечательная. Просто дизайнеры молодцы, постарались. Упаковочка самих конфет шикарная, но конфеты невкусные. 246,90 это полкилограмма. То есть конфеты вообще, вот если у вас есть, не вздумайте даже брать. Вот какой-то новый бокс или что это, Чебурашка. Сладкий набор, подарок внутри. А где цена-то на него? Цены нету. Ну, наверное, в районе 200 рублей. Здесь, смотрите, большие даже для девочек. Зелененький он, Чебурашка. Прикольно. Подарок внутри. Вот еще новый микс конфет. Хит-микс. Выбор из двух конфет. Что-то типа тирамису или что? А, ну вот, из четырех конфет. Вот они. Килограмм 338,90. Если кто брал, жрем в комментариях. Кстати, вот эти вот конфеты, не мы брали, а наши знакомые, аналогичные конфеты. Вот шоколадная магия, да, запомнили? Сделана в России. Полкилограмма, 230 рублей. Аналог. Вот прям, что вот такие вот есть. И что вот эти вот, шоколадная магия. Не берите эти конфеты, вот честно говорю, как есть. Смотрите, а вот эти вот конфеты мы недавно взяли здесь. Что-то типа птичьего молока, суфле, птичьи сказки в ассортименте. Полкилограмма, 138,90 на удивление, очень вкусные. Вкус ванили, они прям вот реально вкусные. Мы еще удивились, почему цена такая низкая. Вот еще какие-то интересные конфеты, тоже микс, набор. Всякие разные. Вот какие есть еще. 239,90, это сколько здесь? Наверное, килограмм. Почему-то на ценнике не указано, да, килограмм за 239 рублей. Вот еще печеньки мы, кстати, брали. Обалденные, взяли мы такие вот с шоколадом. Надо будет взять еще вот такие с шоколадом и орехом. Мини-чокис. Вот если есть, попробуйте. 500 грамм, 118,90. С чаем, с кофе отлично заходит. Они такие маленькие, вот примерно такие вот. Но мы брали именно вот такие, с шоколадом вкусные. Да, я думаю, эти будут. То же самое, только с орехами. Смотрите, лапша какая появилась. 16 рублей 90 копеек. А, это скоровар, это вот бигланч. 17. Это 16, это 17.40. Вот она. Вкусная пауза. Здесь есть бигланч. Мы его брали здесь раньше постоянно. В коробке. Вот этот бигланч вкусный. Не знаю, как мягкой, но вот в коробке вкусный. Если есть, можете смело брать там на работу, куда угодно. 30 рублей 90 копеек. 90 грамм. Вкус только курицы почему-то. Что в прошлый раз завозили, года два назад. Только курица была. Что сейчас? Говядины нету. Года два назад она стоила в районе, как в мягкой упаковке, сейчас в районе 18 рублей. Друзья, заранее извиняюсь за голос, немного мы приболели, кто смотрит эфиры, знает, мы заболели вообще всей семьей. Вот, так что все, извиняйте, друзья. Заранее прошу поддержать еще раз видеоролик лайком, если еще не поставили. Смотрите, подгузники, трусики, я так понимаю, да, 1363,90, 36 штук. Элька, XL-ка, размер Элара, Kids, Normal. Друзья, это не детские, это для взрослых. А есть, получается, и для детских. Вот они. Вот такие вот мы, когда Тёма был маленький, такие мы брали в бублике, в бубльгум. Хорошие, кстати, подгузники, трусики. Вот их тут 44 штуки, от 9 до 14 килограмм. Размер L. Так, это где? Вот эти, наверное, да? XL. M-ка 594. XL 599. Так, а где? А, вот L-ка 554. 90. Ну, хорошая цена. Мы их раньше покупали за 1000 с копейками. Вот реально в бубльгуме брали. Друзья, ну и на этом у нас, в принципе, все. Покажем вам еще вот такие вот фрукты. Груша в легком сиропе половинки. 163,90, 820 грамм. Абрикосики от Вайнг. 72,90. И абрикосики еще, да, тоже. Тоже абрикос. Это цельные. 197,90, 750 грамм. Друзья, на этом все. Всем спасибо, что посмотрели наш видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. Всем новогоднего настроения. Все, всем пока-пока.